Так, ребята, всем привет. Едем на день рождения к Ляне, к Виталику. Полина, что там? Пару слов. Ну, сегодня, опять же, 1 сентября. Чего удивительного. Дождь. Помните, я говорила, что солнечно, да? Как бы солнышко 1 сентября. Ничего подобного. Ну, с утра было же. Ну, это с утра было, да. Вот, сейчас мы едем к Ляночке на день рождения. Я ее всегда называю Ляночкой. Это не Ляна, это Ляночка. И правда, у человека была день рождения в понедельник, но у человека также была и классная экскурсия. Видите, какая ответственная. Вот, я бы не поехала, честно, на свой день рождения на экскурсию еще с немецким классом. Нет. Вообще нет. С украинцами, ну, я еще подумала. Хотя нет, в свой день рождения. А в Украину хотела поехать со своими одноклассниками, бывшими отметить? С Ангелиной? Это шутка, да? Ты все шутишь? Ты же